Давно ее не видел. Это шары ярости? Будь я на месте парнишки, проблем бы не обобрал. Эй, я ведь говорил тебе не держать мангу на рабочем столе. Это мой личный экземпляр. Как ты думаешь, по какой причине я прячу все свои работы далеко на складе? Как ты думаешь, почему этот уголок не напоминает рабочее место мангаки? А что, если бы сюда пришла Хима и узнала, что ее отец рисует вульгарную мангу, наполненную всякими грязными штуками? Что, если обо всем узнает Хима? Тогда она закроет свое сердце для всех и навсегда. Хочешь что-то сказать? Нарисуй в своей дурацкой манге. Если она скажет подобное, я точно не переживу.